На котельной шнурке работает один котел, и в город подается 53 градуса. Обновленный диспетчерский пункт на котельной Северной теперь словно капитанский мостик. За несколько минут диспетчер может вывести на экран нужную точку на карте, получить все данные о температуре теплоносителя на входе в дома, увидеть суточные графики, отследить завышение или падение параметров. Система подаст сигнал о неполадках, предоставит визуальную информацию. Все это позволяет узнать об аварии раньше, чем они узнают потребители. Для того, чтобы как раз не ждать, когда пойдут жалобы, а быстро, четко реагировать. Потому что в наших условиях, в северных, конечно, время реакции, время устранения инцидента, время устранения порыва – это самое главное. Поэтому эта система радикально улучшит качество жизни наших людей. Еще одна важная задача – добиться оптимизации расходов. Мазут – дорогостоящий ресурс. Очень важно при обеспечении потребителей теплом исключить как его перерасход, так и недостаток. Новая диспетчерская система призвана в этом помочь. Это позволит добиться стабильной, комфортной температуры в домах жителей региона. Несколько котельных принадлежат ТГК. Мы очень надеемся, что коллеги позволят установить приборы учета и установить управление передачей данных, которые позволят нашу систему завести их параметры котельной. Если этого не произойдет, у нас есть свои ЦТП, работающие на сети, ну, скажем, в Первомайском районе, в Октябрьском районе. Будем тогда руководствоваться показаниями наших центральных тепловых пунктов. Новый диспетчерский пункт позволяет видеть важные параметры всех 48 котельных в составе МЭС. На сегодняшний день к системе уже подключены 20, а 11 из них подают предельно детальную информацию о поступлении тепла в дома северян. Енина Морозова и Владислав Хрущев, ТВ-21+.